Всем огромный привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по магазину Fix Price и посмотрим самые классные и интересные новинки, которые появились в этом магазине. Была я в магазине по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Не забывайте оценивать видео, а также подписываться на мой канал и на мой инстаграм. Ссылку на него оставлю в описании. Контейнер с крышкой на 7 литров. Размер 32 на 22, высота 14 сантиметров. Контейнер выполнен из плотного пластика, можно использовать для пищевых продуктов. В ассортименте два варианта. Один из контейнеров есть в продаже с прозрачными стенками. Производитель торговая марка Фимака, Россия, Республика Татарстан. Цена 149 рублей. Сумка для инструментов. На самом деле сумка достаточно большая и вместительная. Ее размер 37,5 на 26,5 и высота 23 сантиметра. Сделана из полиэстера и нейлона. Она подходит для переноски и хранения большого количества инструментов. Сверху застежка-молния. Выглядит достаточно надежно, сделана аккуратно. Выполнена сумка из прочной водонепроницаемой ткани, а также внутри у нее усиленное дно. Качество исполнения вполне радует. Единственный момент, есть небольшой запах. Думаю, со временем быстро выветрится. С внешней стороны есть три кармана. Они на липучке. Размер каждого кармана 16 на 12 сантиметров. Мне качество исполнения понравилось. Отличная сумка для инструментов. Есть три варианта. Это с красной окантовкой, полностью черная сумка и со светло-коричневой окантовкой. Производитель Китай. Купить такую сумку можно в фикс-прайсе за 249 рублей. Набор прихваток. В упаковке две штуки. Сбоку есть удобный кармашек. Состав хлопок, полиэстер, полиамид. Прихватка достаточно плотная, думаю, что горячую температуру должна выдержать. В ассортименте три варианта, производитель Китай, цена 77 рублей. Полотенце вафельное, размер 45 на 70 сантиметров, состав 100% хлопок. Рисунок и расцветка одинаковая с двух сторон. Изготовитель Россия, город Москва, две расцветки в ассортименте, цена 77 рублей. Полотенце махровое, гладко крашеное, размер 50 на 95 сантиметров, состав 100% хлопок. Сшито аккуратно, внизу с бордюром. Четыре расцветки в ассортименте, производитель Республика Узбекистан. Цена 199 рублей. Ведро для мусора, объем 8 литров, продается без крышки. Размер 17 на 22 . Высота 28 сантиметров. Состав пластик, полипропилен. Две расцветки в ассортименте. Производитель Россия, город Москва, полимер быт. Цена 149 рублей. Коврик преддверный. Размер 70 на 45 сантиметров. Сделан аккуратно, ровно. Сверху ткань, 100% полиэстер. С обратной стороны полностью коврик прорезиненный. В целом коврик понравился. Единственное, есть небольшой запах. Скорее всего, быстро выветрится. На выбор 4 разные расцветки. Две из них с надписью Welcome. Производитель Китай. Цена такого коврика 199 рублей. Органайзер для хранения мелочей с крышкой, с разделителями. Размер 20 на 20, высота 4 сантиметра. Сверху крышка защелкивается, причем достаточно туго. В наборе находятся небольшие пластиковые разделители прямоугольной формы. Всего их в наборе 10 штук. Эти пластиковые перегородки разделителя можно ставить так, как вам необходимо, при этом создавая ячейки нужного размера. Сам по себе органайзер небольшой, он подойдет для хранения каких-нибудь мелочей, фурнитуры, для ниток, иголок или какой-то мелкой косметики. А также можно сюда складывать мелкие игрушки, пазлы или другие детальки. Состав пластик – полипропилен. Два цвета в ассортименте, изготовитель России, Московская область. Цена органайзера – 149 рублей. Еще один контейнер, коробка органайзер с вкладкой. Размер 18 на 13, высота 5 сантиметров. Этот органайзер размером поменьше. Внутри органайзера вкладка на 7 отделений. При желании ее можно вынуть. Использовать с ней или без нее. Сверху крышка защелкивается. Мне этот контейнер по качеству больше понравился. Сделан также в России. Две расцветки, цена 77 рублей. В серии Home Time снова появился чехол на стул. Вот так выглядит в развернутом виде. Состав полиэстер спандекс. У чехла универсальный размер. Он растягивается на ширину спинки от 36 до 48 сантиметров. Высота спинки от 45 до 58. Также чехол подойдет на основание стула размером от 36 до 48 сантиметров. В целом смотрится неплохо. Качество исполнения мне понравилось. При желании чехол можно снять, постирать. Рекомендуется ручная или машинная стирка при температуре 30 градусов. В ассортименте два варианта. Это серо-зеленый и шоколадно-коричневый цвет. Цена 199 рублей. Новые красивые салфетки. Большая упаковка, 40 штук. Размер каждой салфетки 33 на 33 сантиметра. Производитель компания «Перышко». Изготовитель Республика Беларусь. Цена за упаковку 77 рублей. Кашпо деревянное с надписью и совушкой. Сверху есть два отверстия, так что такое кашпо можно еще использовать как подвесную полку.
Кашпо полностью сделано из фанеры, размер 29 на 22 на 9,5 сантиметров. Производитель также отмечает, что материалы для изготовления используются натуральные, поэтому рассыхание конструкции является естественным процессом. На выбор кашпо в четырех расцветках, сделано оно в России, цена 249 рублей. В Экспрессе появилась крутая сумка-шопер, размер основания без ручек 30 на 30 сантиметров. Верхнее покрытие сверху сумка сделана из джута, внутри дополнительный слой из пленки. Также в составе есть ПВХ, полипропилен и полиэстер. Такую сумку можно использовать не только по прямому назначению. Мне понравилась идея поставить сюда цветочный горшок. Видела такую картинку в интернете, и идея мне очень понравилась. Хотя изначально я действительно использовала эту сумку по прямому назначению, ходила с ней в магазин, и, в принципе, сейчас тоже можно с ней ходить, с ней все в порядке. Отличная сумка, и для того, чтобы ничего не протекало, сумка дополнительно отделана вот такой пленкой. Ну, а пока мне очень даже нравится, как эта сумка смотрится в моем интерьере. И второй вариант использования по прямому назначению – это ходить с этой сумкой в магазин. Она достаточно прочная, выдержит большое количество продуктов, и картошку можно купить, и овощи. Экологичная, классная, удобная сумка, и к тому же и смотрится стильно. На выбор три варианта. Сумки одинаковые по размеру, отличаются только надписью. Цена в магазине FixPrice 249 рублей. Сумка с мордочкой котика. Диаметр 14, ширина 6 сантиметров. Сверху на молнии. Внутри одно большое отделение. В целом сшито все ровно, кое-где торчат ниточки, но в целом это не критично. Сверху вот такой длинный ремешок. Длину можно регулировать. Сумка выполнена из полиуретана, полиэстера и нейлона. На мой взгляд, для маленьких модниц вполне красивая сумочка. Сумка в продаже в трех цветах. Производитель китайца на 249 рублей. Новинка в отделе кухни. Чайник заварочный, объем 500 мл. Выполнен из фаянса. В ассортименте в одной расцветке в зеленом цвете с ромашками. Производитель китайца на 249 рублей. Крутые стеклянные бутылки с трубочкой и с декором. По форме бутылочка очень напоминает те бутылки, в которых раньше продавался кефир. Очень-очень давно. Сама бутылочка стеклянная, объем 430 мл. Из-за рисунка, скорее всего, посудомойки мыть ее нельзя, иначе рисунок может просто облезть. Трубочка выполнена из пищевого полипропилена, а крышка стальная. В таких трубочках классно пить лимонады или молочные коктейли, или если несколько штук использовать для дня рождения или вечеринок. Есть отметка о том, что можно использовать для горячего, максимальная температура разрешенная плюс 100 градусов. Бутылочки отличаются между собой в ассортименте 4 варианта. Цена 77 рублей. Подставка для ножей высокая, выполнена из пластика полипропилена. Верхняя часть вынимается для удобства, для того, чтобы подставку можно было помыть. Много отверстий для ножей и одно большое отверстие, скорее всего, для ножниц. На выбор 4 расцветки. Производитель Китай. Цена подставки 199 рублей. Кружка из фаянса. Объем 400 мл. Продажа в одном цвете. Цена 77 рублей. Чашка объемом поменьше, 255 мл. Также сделана из фаянса. Также 77 рублей. Фонарь кемпинговый с ручкой. Работает от трех пальчиковых батареек, в комплект они не входят. Внизу есть удобный диммер для регулировки яркости освещения. Световой поток 400 люменов. Фонарик светит достаточно яркий, свет холодный. Срок службы светодиодов гарантированный производителем 10 тысяч часов. Сверху есть удобная ручка для переноски фонарика. Или, как вариант, с помощью этой ручки фонарик можно подвесить, например, в палатке. Производитель китайца, на фонарика 199 рублей. Корзинка универсальная. Изготовитель торговая марка Magnolia Home. Размер 35 на 25, высота 15 сантиметров. Состав пластик полипропилен. Для пищевых продуктов использовать можно, цена 99 рублей. Изготовитель Республика Татарстан. Новое детское развивающее пособие разработано по корейской методике обучения. Серия называется «Одаренный ребенок». Все пособия разделены на разный возраст детей. Также каждому возрасту есть занятия, развивающие внимание, развивающие логику и занятия, которые учат думать. Заниматься с ребенком достаточно всего 10 минут в день. Этого будет достаточно для того, чтобы ребенок в доступной интерактивной форме усвоил и закрепил новые, необходимые для его возраста знания и навыки, а также развил логику, мышление, память и креативность, что даст ему возможность стать гармонично развитой личностью и достичь успеха в жизни. Также в каждом пособии идут наклейки, которые необходимы для выполнения заданий. Отличные развивающие пособия ради таких новинок действительно стоит зайти в магазин FixPrice, особенно если у вас есть детки. Издательство «Эксмо Детство». Цена такой развивашки 149 рублей. В отделе канцелярии появился мягкий пластилин «Кроха». Сделан из воска, в упаковке 10 цветов. Пластилин не токсичный, производитель торговая марка «Луч». Цена 77 рублей. Набор классных ярких наклеек, в одной упаковке целых 3 листа.
В ассортименте разные варианты, какие именно листы в наборе можно посмотреть с обратной стороны упаковки. А вот этот набор отлично подойдет для оформления ежедневника. Также наклейки можно использовать для оформления ноутбуков, планшетов, телефонов и планеров. Цена за 3 листа 55 рублей, на мой взгляд, это отличное предложение. В ассортименте 4 дизайна. Сетевой кабель от торговой марки Flex. Длина 5 метров. Разъемы RG45M. Максимальная скорость передачи данных 1 гигабит в секунду. Цена 99 рублей. Набор блесен для рыбалки с остальным поводком. В наборе 6 штук разного размера от 6 до 7 сантиметров, весом от 3,5 до 7 грамм. Поводок стальной, его длина 15 сантиметров. Сделаны блесна из стали. Цена 199 рублей. Теперь в Фикспрессе можно купить лотерейные билеты от 100 лото. Можно выиграть автомобиль, дом или даже квартиру. Или просто денежный приз. Билеты есть по 100 рублей, 75, 50, 40 и даже по 250. Новинка в отделе сад-огород – пистолет-распылитель с набором коннекторов. Всего 7 режимов полива и в наборе 3 разные насадки. С обратной стороны подробная инструкция по установлению механизма. Два цвета в ассортименте, цена 199 рублей. Дымовая шашка «Дымокур табачный». Уничтожает вредители в парниках, теплицах и овощехранилищах. Действия одной шашки хватает на радиус от 18 до 30 квадратных метров. Подробная инструкция по применению есть с обратной стороны упаковки. Изготовитель России, город Новосибирск, масса 250 грамм, цена 77 рублей. Новая серия средств по уходу за ногами. От производителя «Зеленая Дубрава». Ваночка для ног смягчающая, размягчает огрубевшую кожу. Необходимо развести 50 мл средства на 3-4 литра воды. Опустить ноги на 15-20 минут. Объем такой ваночки 300 мл, цена 77 рублей. И второе средство из этой серии – это масло-бальзам смягчающее. Очень плотная текстура, похожа на воск. Бальзам восстанавливает и питает кожу ног. Объем 50 мл, цена 77 рублей. Для наилучшего эффекта рекомендуется применять два эти средства вместе. Изготовитель – Московская область, город Митров. Еще одна актуальная новинка – гель после солнца с пантенолом. В составе есть алоэ вера. Быстрая помощь при солнечных ожогах, регенерации и увлажнению кожи. Производитель – торговая марка Florisan, объем 250 мл. Изготовитель – Россия, город Москва, цена 77 рублей. Шампунь для волос от торговой марки Evelyn Cosmetic. Этот шампунь для укрепления и предотвращения выпадения волос. В составе идет кофе, перец и гуарана. Шампунь отлично подойдет для слабых и ломких волос, объем 250 мл. Цена 149 рублей. Новая маска для волос от торговой марки Fito Cosmetic. Маска для окрашенных волос именно в белый, в светлый цвет, нейтрализует желтизну. Эта маска – отличный нейтрализатор желтизны для осветленных эмалированных волос, который безупречно усиливает холодное сияние оттенков блонда, делая цвет многогранным и благородным. Также в этой серии есть и другие новинки. Маска для волос – ламинирующая с фитокератином. Маска для окрашенных волос – органовая, закрепляющая цвет. И маска для волос – ультрапитательные драгоценные масла с маслом макадамии, органы, кедра и миндаля. Объем 155 мл. Купить такую маску от Fito Cosmetic можно в Фикспрессе всего за 55 рублей. Мужской гель для душа Dove, свежесть минералов и шалфея. 250 мл, объем, цена 99. Шампунь Глискур, восстановление волос. Подходит для ослабленных и поврежденных волос. Объем 250 мл, цена 99 рублей. Мыло Камей, купаж цветочных масел. В упаковке 4 штуки по 75 грамм. Цена за 4 кусочка 99 рублей. Крем-мед, теперь со вкусом манго. В состав всего 2 ингредиента – это крем-мед и манго сублимированное. Производитель – торговая марка «Добромед». Масса 120 грамм, цена 77 рублей. Также в ассортименте есть крем-мед с малиной и с имбирем. Цена такая же. Морс осветленный клюквенный. В составе на первом месте сок клюквенный, концентрированный сахар и лимонная кислота. Объем 1 литр. Изготовитель – Республика Беларусь. Цена 55 рублей. Хочу поделиться с вами своим заказом, который сделала в интернет-магазине «Любимый Василек». На сайте появился большой ассортимент детской и взрослой одежды, текстиля, а также постельных принадлежностей. Ссылку на сам интернет-магазин «Любимый Василек» и на все товары, которые я заказала, оставлю в описании под видео. Мужские носки короткие от торговой марки «Туркан». Состав 90% хлопок, 8% полиамид, 2% лайкра. Размер единый, подходит 41 по 47. Одна пара стоит 48 рублей. Продаются носки комплектом. Цена за 5 пар 240 рублей. В наборе носки 3 разных цветов. Совсем недавно моя подруга стала мамой замечательной малышки. И на сайте интернет-магазин «Василек» я нашла вот такие замечательные детские нежные бодики. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Ткань очень мягкая, приятная. Нежные красивые рукава. С обратной стороны на спинке вот такие перекрестные лямочки. И еще на спинке вот такая красивая атласная лента, завязана как бантик. Вот так выглядит впереди боди. Внизу застегивается на 2 металлические кнопки, как песочник.
Очень мило смотрится, бантик не развязывается, не снимается. Стирать будем, можно будет прямо с этим бантиком. Мне кажется, что отлично будет смотреться просто с носочками или с пинетками, хотя можно также с юбочкой и с джинсами тоже надевать это боди. Размеры на сайте есть разные. Один боди я заказала на рост 74 сантиметра, второй взяла побольше на рост 80 сантиметров. Производитель — торговая марка Bonita. Такие бодики стоят всего 298 рублей. Сейчас летом на сайте «Любимый Василек» особенно большой выбор детской одежды, особенно огромный ассортимент одежды для девочек. Для мальчиков одежда тоже есть, большой выбор футболок, шорт, носочков, яркие, красивые, интересные модели по доступной и привлекательной цене. Себе заказала футболку женскую, на сайте она называется «Мегаполис», цвет изумруд. Ткань очень мягкая, приятная, состав 100% хлопок, ткань, трикотаж, кулирка. Такую футболку я заказываю себе уже третью. У меня есть черная и темно-синяя. Но в тот раз я немного ошиблась, заказала 48 размер, а в этот раз взяла 46. 46 подошел отлично. Футболка свободного кроя. Ее можно заправлять в джинсы, в юбку, в шорты или носить на выпуск, как вам больше нравится. После стирки футболка абсолютно не деформируется. Я стираю ее при температуре 30 градусов. Она отлично подойдет как в качестве домашней футболки, так и в качестве футболки на выход. А еще мне очень нравится изумрудный цвет. Я заказала две футболки. Одну оставлю себе, а вторую взяла в подарок. Заказать футболку можно в интернет-магазине «Любимый Василек». Стоит она 379 рублей. Теперь на сайте «Любимый Василек» можно заказывать отдельно шорты, футболки и домашние костюмы. Также можно заказывать по отдельности, отдельно верх, отдельно низ. Я себе заказала отдельно шорты женские, называются «Лео», серого цвета с леопардовым рисунком. Шорты мне очень понравились. Они отлично сделаны, аккуратно сшиты. Ткань очень мягкая, приятная. Летом буду их использовать в качестве пижамы, в них будет абсолютно не жарко. Очень интересный, необычный крой, сверху резинка. Также, кроме отдельных шорт, на сайте можно заказать еще такую пижаму. Шорты я заказала 48 размера, они мне оказались как раз. И стоят они всего лишь 275 рублей. Заказала два махровых полотенца. Размер каждого 40 на 70 сантиметров, состав 100% хлопок. Заказываю такие полотенца уже не первый раз. Такой маленький размер специально взяла в ванную для рук. Производитель — Туркменистан. Каждое полотенце стоит 91 рубль. Расцветки на сайте в ассортименте. Еще огромный плюс интернет-магазина «Василек» в том, что при заказе постельного комплекта, постельных принадлежностей, вы можете указать свои пожелания. Именно так я сделала. Мне нужен был определенный размер, просто не на резинке. Состав 100% хлопок, сатин ГОСТ отбеленный. Это моя самая любимая серия постельного белья в интернет-магазине «Василек». Сатин отбеленный просто шикарного качества. Ткань просто невероятно мягкая и нежная. При этом она прочная и после стирки абсолютно не деформируется. Размер, который мне был нужен, 127 на 210, высота бортиков 25 сантиметров. Все рекомендации по уходу за таким постельным бельем есть с обратной стороны упаковки. При выборе постельного белья советую обратить внимание на эту серию. А еще на сайте «Любимый Василек» можно заказать топер. Это отличное решение для раскладного дивана и кровати. Он создает ортопедический эффект и фактически заменяет полноценный матрас. Приходит он вот в таком удобном чехле. Чехол можно использовать потом для хранения постельных принадлежностей. На сайте можно выбрать разные размеры. Я заказала размер 90 на 200 сантиметров по размеру детской кровати. Топер односторонний, с обратной стороны вот такие резинки, с помощью которых он крепится. Топер я заказала на детскую кроватку. Взяла по размеру нашего матраса, подошел он отлично. Топер изготовлен из трикотажного полотна. Он не скользит, не сминается и легко крепится. А также он продлевает срок службы вашего матраса или дивана. Очень мягкий, приятный трикотаж. И также сверху есть противоскользящий эффект. Топер я заказала односторонний, бывает еще двухсторонний. Состав — трикотаж, пена, полиуретан и микрофибра. Изготовитель — России, Ивановская область. Цена топера будет зависеть от его размера. Мой размером 90 на 200 сантиметров обошелся в 1266 рублей. Спасибо огромное интернет-магазину «Любимый Василек». Заказом я осталась, как всегда, очень довольна. Ссылку на сам интернет-магазин, на Инстаграм и на все товары, которые я заказала, оставлю в описании под видео. На сегодня это все. Надеюсь, что видео понравилось и было полезно. Я желаю вам отличного дня, прекрасного летнего настроения, а мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока!